Я Федор, мне 9 лет, и родился я 19 августа, в 3 мая. Между нет и да. Во-первых, то, что нужно делать слишком много домашки. В принципе, в школе на перемене у нас происходит больше, чем летом. Потому что четвертая перемена самая большая, и на ней может произойти все, что угодно. Я даже помню, что на одной из перемен, вроде 4 или 3 моих одноклассника шли к директору. Не из-за того, что они что-то натворили. Они шли жаловаться не на нашего учителя по физкультуре. Когда у нас было занятие с Г-классом, на моего друга накричал учитель по физре Г-класса, как бы... уже старый. У него есть опыт, и как бы у него голос просто громкий. Он не может говорить тихо. Смотря на эхо, который раздается по всему спортзалу, это, сами понимаете. На моего друга как бы наругали, сказали немного неприятных слов. И он как типа взрослый человек. Идет жаловаться учителю со своей. Ой, то есть директору со своими друзьями. После чего их ругает учитель. Это логично. Да и причем даже без ведома учителя, без нашего классного руководителя. Они не говорили, что они пойдут жаловаться директору. Просто гений, что я могу своим одноклассникам сказать. А еще одна из моих одноклассниц хотела продать свою работу из бисера. Как вы понимаете, в школе такое, запрещено. На этом рассказы о школе практически у меня закончились. Хорошо.